А Васька? Куда мы на медовый месяц поедем? Лена отличный боксер. Чемпион будет. Зуев в интервью сказал, что типа ты во всех шахтерских бедах виноват. Шахтерское уважение надо заслужить. А тебя только твой карман интересует. Забудь это как страшный сон. Чего? Не трогай ее! Слышь, батя, ты куда деньги спрятал? А твоя операция, пап? Я брошу бокс, Полин. Пойду работать в шахту. Я могу устроить его на лечение. Что взамен? Операция 8 миллионов стоит. 8 миллионов я эти 4 лет из-под земли достану. 20 лет назад Лена выбрала меня. А теперь ты приезжаешь и думаешь, что тебе все можно.